Давай. Сергей Юрьевич из Чехии привез замечательный рецепт. Называется, сегодня целый день учила, чуханный брамбар. Брамбар, как я понятно, это картошка. Картошка, брамбар картофель. Или брамар? Брамбор. Брамбор. Картофель. Чуханный картофель. Чуханный — это вот то, что мы сейчас делаем. Мы его чухаем. Зачухали. Зачухали совсем весь картофель. Зачухали весь картофель. Значит, варится картофель в кожуре. А потом его чухают. Картофель вот так. Наш, с дачи. Дачный. Дачный картофель. Угу. Вот, а потом... Картофель сорт дачник. Сверху на него... Ну, это уже не тот рецепт, уже не чуханный. Вот сейчас мы его почухали. Мы его почухали, а теперь надо будет на теперь него... теперь питерский рецепт. Сырик. Дополнительный. Сырик. Для, натереть чтобы и в духовку. В нашем нелегком климате. И в духовку.